Дым заметен за несколько кварталов. Огнем охвачен дом номер 72 на улице Свободы. Сообщение о возгорании поступило в четверг в 17:30 вечера. На место прибыли 6 автоцистерн и автолестницы для тушения кровли. К этому моменту огонь захватил первый и второй этажи нежилого деревянного дома. В настоящее время пожар локализован. Происходит дотушивание отдельных очагов горения. По предварительной информации, повреждено здание на площади около 400 метров квадратных. Причины пожара пока неизвестны. Сейчас сотрудники МЧС опрашивают очевидцев. Однако слышат разные версии. Я шла с работы, получается, и как будто вот ударил. Сначала звук был, да, грохот, и отсюда дым пошел, и все. А я шла вот так вот, где Спартак. Мы просто увидели, что горит окно и дверь. И дверь горит, все. Крыша, ничего это не горело. Только дым вот. Шел. Начал дым. Горело крайнее окно, вот там дым идет, и дверь входная. Папа с мужем сразу начали вызывать пожарную. А больше ничего, да. Второй этаж ничего не горело. Ничего не горело, только вон то окно крайнее и дверь вот эта, и все. Молния прям ударила в этот дом, и начался сразу пожар. Ну тут вот мы приехали быстро скорые. Ну вот сейчас видите, что остановить невозможно, наверное. Тем более он нежилой, высильный был. Действительно, в это время в Рязани начиналась гроза, лил дождь. Однако уже в пятницу версию с молнией отсеяли как неправдоподобную. Удалось установить, что огонь действительно начался с нижних этажей и позже перешел на крышу. Размер ущерба предстоит выяснить, но уже понятно, что пожар коснулся каждой комнаты. Страшно. Я тоже живу в таком доме, в частном, на Фрунзе. Тоже думаешь, или подожгут, или чего. Тут же видите, за центр как все борются. В 10-м. Вот тоже так же горели, поэтому испугались. Пожар тушили в течение нескольких часов. Визуально больше всего пострадала центральная часть здания. Однако откуда именно начал распространяться огонь, еще только предстоит выяснить. Достоверно известно, что в огне никто не пострадал, ведь старенький домик был расселен еще летом. И если соседние быстро снесли, то этот оставался нетронутым. Скорее всего, его также должны были снести. Но почему это не сделали сразу, неясно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».